God save the Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Zombie U, мы находимся у того самого места, где потеряли нашего любимого, обожаемого персонажа, который прожил с нами на протяжении серии 7-8, то есть держался молодцом очень-очень долго, но в результате погиб, его загнали в угол в этом месте, и сейчас мы Шарлотту, которую теперь играем, привели сюда, забрали нужные нам медикаменты. Последняя серия, насколько вы могли видеть, записалась без звука. Это связано с тем, что я переходил на новый компьютер, переводил, то есть, все оборудование на, то есть, все программы, все записи, все на новый компьютер. И вот эта запись почему-то покрашилась в результате. Так что последняя серия получилась без голоса, но я думаю, того, что вы увидели, вполне было достаточно, чтобы сложить свое впечатление о том, что произошло. Жалко, но ожидаемо. Разработчики в этой игре любят убивать главного героя. То есть, там, конечно, можно было выжить, но настолько вот они именно кидают кучу врагов на игрока, что продержаться там и выжить с первого раза неподготовленным крайне сложно. Да ладно. Сегодняшняя серия, как вы видите, у нас Full HD. Мы полностью переходим на этот формат, и хотя сама игра идет 720p, я думаю, Full HD, даже такая запись будет смотреться более красиво. То есть четче, больше деталей вы увидите. Как бы там ни было, попробуем. Это всегда интересно, и пока мощности позволяет, почему бы и нет. Так, и в итоге у нас девушка Шарлотта, и мы возвращаемся на заправку. Между сериями я скинул все предметы, которые нажил непосильным трудом наш предыдущий персонаж. Они все лежат в убежище, то есть и UMP, и все прочее. Безопасности единственное, но что патронов нет. Так что пусть пока лежит. С собой у меня две гранаты, два коктейля Молотова, один сигнальный огонь. Ну и пистолет, естественно, с 12 патронами. Я думаю, этого более чем достаточно, чтобы разобраться с небольшой толпой зомби. Но когда их станет слишком много, это уже не поможет и калашников. Там уже только на танке можно вырулить, как вот в последней серии то, что у нас было. Ну и ладно. Ясли были, наверное, самым крутым местом в игре. Настолько страшно мне не было давно. Несмотря на то, что там, по идее, зомби. Тихо. Несмотря на то, что там, по идее, зомби, и кроме зомби там быть ничего не может, все время ждал какого-то подвоха, и вот это напряжение, это было круто. Так, но тем не менее, мы пришли. Надеюсь, здесь новые... Эй, меня кто-нибудь слышит? Помогите! Нас трое в церкви Святого Георгия на Брик Лейн. У нас есть еда и вода, даже пистолеты, но мы в ловушке. Пожалуйста, если нас слышит полиция, помогите. Помогите, прошу вас, помогите. По-моему, явная ловушка. Вокруг церкви неспокойно. Я удивлюсь, если там хоть стеклышко целое осталось. Не говоря о заныканной куче пушек и еды. Так, ну что вы думаете по этому поводу, ребята? Мне кажется, что... Брик Лейн. А где там церковь? Я сколько раз был на Брик Лейн, церковь никакую не видел. Ну, я думаю, сейчас мы... Может, на Брик Лейн сходим? Нет, давайте мы сначала медикаменты отберем. И тут у нас лежит дробовик, я хочу его получить. Я пока не понял, что от нас требуется для этого. Здесь вроде спокойно, да? То есть там нужен пропуск, возможно, нам сейчас его даст этот дяденька, который тут лечит свою жену. Мне, кстати, кажется, что она зомбячила. Не знаю. А он просто сумасшедший дядька. Тихо. Один прямо по курсу. Фонарик выключен.
И потом, мать. Наше топливо, надеюсь, в порядке, потому что дяденька явно кончился. Хозяева. Прошу, убей меня. Прошу. Стоит. Кто это говорит? Это он сказал? Тихо, тихо, тихо. Стоять, бояться. Это же он. А как он разговаривал? Твою япона мать. Грязное дело по-любому. Но не забудь забрать топливо. Оно по праву твое. Ну это уж факт. Я знаю Викрама. Он держит бензин в безопасном месте. Пройди его систему безопасности. Придурок. Если бы я пришел сюда, и они были бы живы, я бы сам их убил, потому что толкать человека на такое испытание ради какого-то, блин, антибиотика, это было просто бесчеловечно. Из-за них погиб мой любимый персонаж. Ну, теперь... Это он сына, что ли, ел? Ну да, смотри. Офигеть. Так, детей бить не дают. Возрастной рейтинг не позволяет. А неплохо у них тут было, да? Если бы только они еще не протупили, я не понял, как это произошло, честно говоря. Хорошо. Это пропуск, видимо, да? Улучшить планшет жизни. Что дает это улучшение? Скан хакера? А, возможно, теперь мы сможем вот это вот место, где пропуск требуется, открывать. Не знаю. Наверх мы не можем подняться, к сожалению. Я думал, сейчас мы сходим, посмотрим, где там женушка его. Ну, место такое, вполне себе. Держаться тут можно было достаточно долго. Так, топливо, я так понимаю, снаружи. Я надеюсь, там никто не набежал, пока мы ходили тут внутри. Вроде спокойно. Да, это вороны. Не волнуйтесь. Эта дверь не открывается. Печально, на самом деле. Так, вот, нужно сканировать. Теперь мы можем открывать двери. Я держу взлом. И, что характерно, взламываю замок. Отлично. И здесь сейфпоинт. Это круто. Так, а где здесь пушка была? А, вот она лежит. Лучше дробовика, пожалуй, только помповый дробовик. Тут я с тобой согласен. Какая у нас баба вся, полицейская, конечно. Но какая она вся зачуханная, чумазая. Хорош. Так. А теперь назад. Генератор уже на пару работает. Они наверняка попытаются свалить все на иммигрантов, но не верь. Чума разит всех без разбора. Чужаки всегда отвлекали внимание от идиотов, уничтожающих страну за спинами обычных людей. Тихо. Кто-то где-то тут имеется, похоже. Показывает, что очень далеко. Но вообще это полезное приобретение. Потому что теперь мы можем взламывать двери. Так, а на этом этаже никого не видать. И хорошо, потому что теперь мы убираемся. Я бы, конечно, хотел сходить в жилой сектор. То есть, помните, там... Ладно, пойдем в убежище. Помните, там были у нас закрытые двери? И в бункере королевском тоже была закрытая дверь. Там тоже нужно будет открыть. Теперь мы могем. Все эти предположения по поводу того, что нужно посмотреть под каким-то углом, и тогда будет видно код, не оправдались. На самом деле это все просто разблокируется с помощью сканера, с помощью улучшения планшета. Так что спасибо вам за бесполезные советы. Еще мне... Очень понравилось, когда мне говорили про то, что можно улучшать... Тихо.
Так, мы тут не одни. Когда говорили, что можно улучшать биту. Я уж и так попробовал, и эдак. На самом деле просто обманули. Предположили. Ох, это было не круто. Так, ладно, сначала включим свет. Отлично. Теперь пойдем с гостями разберемся. Мне кажется, это один из умерших игроков. Разработчики, я читал последний комментарий, хотели сделать в игре кооператив, но в последний момент почему-то его убрали. Я думаю, они его добавят в второй части, которая, я не сомневаюсь, что будет. Так, теперь нам нужно добраться до собора Святого Георгия. Ну да, счет 70, я не уверен, что у него хоть что-то будет. Тоже коп. Коллега! Прости, коллега. От тебя дурно пахнет. Свидание. Все. Так, у него, кстати говоря, сигнальный огонь. Еще аптечка и дрова. Так, у меня две аптечки. Нужно одну положить, один сигнальный огонь и парочку коктейлей молотова выкинуть. Зачем мне три сразу? Так что пойдемте. Скинем с себя все ненужное. Дробовик, я думаю, оставим. Возьмем к нему, кстати говоря, патронов. Жаль, пистолет нельзя выкинуть. Или я что-то не понимаю. Так, сумка. Берем, выкидываем один сигнальный огонь, один коктейль молотова, два коктейля молотова, одну большую аптечку, одну гранату. Хватит одной гранаты нам. Теперь из сундука возьмем патроны для дробовика в количестве 10 штук. Это я нам думаю пригодится. Еще коробку с одним патроном. Так, ну и что? И все, нормально. Дробовик, блин, всю жизнь мечтал. Ну, всю игровую жизнь в этой игре, естественно. Может его улучшить сразу. Мне кажется, он будет более действенным оружием, чем калашников, хотя бы потому, что в основном воюю я в упор практически. Поэтому улучшаем огневую мощь, улучшаем скорострельность, улучшаем разброс, улучшаем емкость магазина. Теперь он у нас прокачан по полной программе. И это круто. Теперь в него влезет 7 патронов. Шик. Шикандос, как сказал бы один мой знакомый. Так, нам нужно сюда. А, нам нужно сохраниться сначала. Дробовик — это просто моя мечта в этой игре. Ну, двустволка, конечно, не сильно порадовала. Но помповик, я думаю, будет что надо. Давай, поспи, Шарлотта. Надеюсь, ты доживешь до конца этой игры и увидишь, чем это все закончилось. А мне вот интересно, вот правительство, оно же по-любому существует еще. Куда-нибудь отступило, там, в каком-нибудь самолете летает, или в бункере сидит. Как они вообще собираются справляться с этой ситуацией? Куда смотрит мировая общественность? Или это происходит на всей планете? Я думаю, оптимальным было бы сравнять с Землей весь этот долбанный остров. Так, для начала я возьму биту. Закидать его тактическими боеголовками, чтобы эта зараза даже близко не распространилась. И оцепить, объявить карантинной зоной. Так, ну что? Что это такое на полу? С потолка капает. Так, выключаем фонарик. Здесь, по-моему, у нас, если мне не изменяет память, где-то... Ох, что-то не нравятся мне эти звуки, честно говоря. Тут мои дрова выкинутые. Где-то в этих краях нужен был пропуск, но я не помню где. Что там внизу местные есть?
Внизу есть дверь закрытая. Животное и животное. Это все, что там внизу имеется у нас. Так, ну похоже, пропуск не тот, да? Хорошо. Давайте сходим во вторую сторону, а потом будем аккуратненько спускаться туда, куда нам нужно. Особо не спешим. Зачем нам это? Спешка нужна при ловле блох. Я себя в этой игре чувствую уже довольно-таки освоившимся. Но именно поэтому, возможно, я так аккуратно начал действовать. Короче говоря, именно не спешить, и тогда все получится. Так, засек внизу нехороших тварей. Эта дверь, к сожалению, не открывается. Но здесь внизу, похоже, это просто... Да, это, похоже, просто зверюшки. Кроме них вроде никого не засекаем. Так, это у нас не туда, куда мне нужно. Жуткое место, конечно. Так, и теперь мы сможем открыть... Вот, вот она, дверь была. Крыс трогать не будем, пожалуй, ладно? Не хочу я их есть. Ломаем дверь. Это занимает довольно много времени. Если нам придется это на скорость сделать, когда за спиной будет куча всякого нехорошего, это все печально может кончиться. Я что-то все больше и больше хочу в Бекингем вернуться. Потому что там был и была и дверь с пропуском. А тут мы по сюжету пойдем. Давайте в Бекингем сбегаем, это же круто. Там слишком много крутых вещей. А в следующей серии уже пойдем спасать эту девочку. Больно уж мне не нравится эта задача. Так, хорошо. Для этого нам нужно вернуться назад к убежищу и с помощью канализационного люка двинуться в бункер. Здесь вроде более-менее спокойно. Мне послышалось, не? Что-то, по-моему, кто-то вздохнул за этой дверью. Не уверен, что вы сможете это услышать, но я вам гарантирую, что это было. Так, хорошо. Нам нужно... Бекингемский дворец. Вот в подземелье дворца. В подземелье дворца у нас есть дверь. Код. Кодовый замок. Кроме того, есть дверь с этим... где пропуск нужен, который можно взломать. Мне просто очень интересно посмотреть, что же там. Надеюсь, там не очень много зомби появилось. Так, давайте двигаться. Там у меня кто-то пришел. Скорее всего, привезли суши. Вот, сегодня мы кушаем суши. Так, ну хорошо, вот лаборатория. Тихо. Там как, живой еще, нормально все? Вроде бы да. Фу. Так, я не помню, честно говоря, где тут что. По-моему, за этой дверью у нас будет... А, нет, в принципе, все нормально. Так, что-то где-то... Это не та дверь. Осталось вспомнить. По-моему, вот за этой дверью что-то. Так, открываем и смотрим. По-моему, вот это нас приведет... Да. Нас приведет не туда, куда нужно. Это нас приведет куча монстров внизу.
Ладно, этого нам не нужно пока. Да, возвращаемся обратно. Идем, ищем другую дверь. Так, что-то я заблудился. Давненько я тут не был, вообще давно не играл в эту игру. Так, вот это к лаборатории. Здесь мы были. Здесь. Здесь у нас что? Здесь у нас не то. Понятно. Сейчас найдем. Вот, вот она, эта дверь вспомнила. Наконец-то. Только перелезать не хочу теперь что-то. Без изменений вроде. Так, дверь. Блин, я не могу взломать эту дверь. Печально. А почему так, интересно? Это не круто. Так, ну и вот мы с другой стороны попали в это же помещение. Да. Странно. Все-таки, видимо, мы сюда по сюжету придем, а это уж обрадовалось. Короче говоря, в этой игре, я так понимаю, лучше двигаться по сюжету. Потому что, блин, я вот постарался шаг влево, шаг вправо, мне это ничего не дало. Я, честно говоря, не помню, где у нас здесь кодовый замок. По-моему, где-то не здесь. Промотаемся мы эту серию, похоже. Бессмысленно особо так. Ничего не найдем в итоге. Где она была? Ребята, спокойно, свои все. Красавцы какие. Так, ну что, ребятушки, вот там внизу по-прежнему? Ну да. Какая пакость. И там на самом деле поживиться-то даже особо нечем. Я это сейчас проверяю, там все пустое. Мне очень хотелось, конечно, туда сходить, но сейчас я уже как-то не вижу даже в этом смысла. Но где-то здесь была закрыта дверь. Я не могу вспомнить, где она. Так, вот тут что? Это мы возвращаемся обратно, понятно. Да. Единственное, что остается, это ехать наверх туда. Но там тоже у нас ничего особо нет, поэтому я воздержусь, пожалуй. Фух, хорошо. В следующей серии, короче, нам придется двигаться. А вот это подвинуть нельзя, похоже. Нам нужно будет двигаться. Бриклейн. А в этой серии под конец мы тупо завтыкали, потому что я не помню, где же находится этот. Почему они не разлагаются до сих пор? Да, в общем, такие дела. Короче говоря, ну что, давайте на этом, наверное, прекращать. В следующей серии будем направляться к спасению этой девочки. Хотелось проверить, конечно, что же там за кодовый замок, но я его сейчас не найду. Это мне нужно сесть, плотно повспоминать, где же оно находилось. Это, я думаю, потом будет. И вообще, честно говоря, уже как-то не верится, что это нам что-то даст. Да ладно. Так, направляемся в убежище. Из убежища в следующей серии двигаемся к этому собору. Не уверен, что нас там очень что-то хорошее ждет. Потому что засада, если там вооруженные люди, несколько людей не могут выбраться. Как я там буду справляться? Не знаю, посмотрим. Хотя у меня есть граната, у меня есть дробовик. Так что, я думаю, будет интересное мясо. Так, ну и ладно, пришли. Спасти девочку. Найти девочку в соборе Святого Георгия. Что-то не очень мне хочется, честно говоря. Ну ладно, давайте на этом заканчивать. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Будем поменьше буксовать, будем двигаться именно по сюжету. Хотелось, конечно, вот эти вот всякие посторонние вещи пооткрывать. Но, как видите, разработчики стучат нам по ладошкам, говорят, двигай по сюжету. Так что увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.